человек, которого зовут Сослан Асбаров. Сослан, где ты? Мы все ждем тебя в ринге. Я думаю, пришло время вам увидеться с Алексеем Папиным и, возможно, тебе что-то доказать ему и Алексею что-то доказать тебе. Сослан, пару слов для нас, для всех. Пару слов скажи нам, пожалуйста, как ты относишься к вашему потенциальному противостоянию? Добрый вечер, Москва. Поздравляю Папина с хорошей победой. Ты же знаешь, я принимаю любые вызовы. Главное, чтобы был интерес. И бой был интересен публике. Я тут назад вперед обсудим. С организацией этот бой вперед. Я готов. Пользуясь случаем, давайте сделаем фейс-ту-фейс и посмотрим, насколько вы готовы хотя бы смотреть друг другу в глаза. Сам согласен с такой остановкой ранее? И доволен ли вообще, что так быстро будет закончено? Слушай, конечно, хотелось бы поставить жирную точку в этом противостоянии. Она бы поставилась. Просто вопрос небольшого времени. Я думаю, что до конца раунда бой бы закончился. Я так предполагаю. Попадание было хорошее. Вы, я думаю, сами видели, как у Бели загуляли ноги. Да, но... Мы спортсмены, мы решений не принимаем. Судья принял решение, нам остается только соглашаться, может быть, где-то возмущаться, где-то быть недовольными, но результат остается результатом. Да. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы бой продолжился дальше и поставить жирную точку. После поединка Белли заявил о реванш, что хотел бы еще раз попробовать свои силы. Ты сказал, что без проблем, вот так вот немножко время прошло, но действительно нужен ли этот реванш? Слушай, ну, если это рассматривать с целью, чтобы мне было простое, проводить поединки, почему бы нет? Проводить поединки, зарабатывать деньги. Только так, да? То спортивного интереса какого-то? Ну, спортивного интереса такого нету. Только вот это вот, наверное, интерес единственный. Сослану Асбарову есть спортивный интерес? Наверное, да. После победы над Дмитрием Кудряшовым, да, за Димона поквитаться можно было бы. Леш, во время поединка наступил на фотокамеру. Как это вообще с твоей стороны выглядело? И... Хотелось поругаться на этого фотографа. Я видел, что он там засмущался, засмеялся. Вот он, по-моему, да? Нет, не ты. Он проплаченный. Да. Ну, да. Но слава богу, что ничего не произошло, конечно, так вот оступиться. Если бы соперник наносил удары, было бы, конечно, некомфортно. Ну, в этот момент. Плюс голову повернул бы, получается, не в фокусе был. Нет, ну я бы голову не стал поворачивать, если бы я понимал, что улетят удары. Я же увидел, что как бы ударов нету, поэтому глянул, что там у меня под ногами. До боя говорил, что возможно начнутся переговоры с Макабо. Будешь ли ты сейчас просить команду прям наставить ребят на все? Пора. Да, конечно. Я говорю, вот эти вот противостояния, там, по ММА и так далее, это все сопутствующее. Это сопутствующее, основная цель – это титул чемпиона мира. Если это не будет мешать продвижению к титулу чемпиона мира, то можно проводить эти поединки. Если боя с Макабо не будет, и будет выбор либо Белли, либо Асбаров, кого ты выберешь? Да, все равно. Наверное, Асбаров. Это более такой, наверное, интересный поединок будет для всех. Тем более в России. Леш, недавно WBO проводил выборы лучшего боксера года. Тебя, к сожалению, не выбрали. Выбрали Александра Усика. Как относишься к этому решению? Насколько согласен? Ну, WBO вообще, в принципе, они всех спортсменов российских исключили, если я не ошибаюсь. WBO... Битербиев чемпион WBO. Да, я Битербиев, канадец. Ну, как канадец, да. Ну, поэтому что говорить здесь. Они исключили всех российских боксеров из рейтингов, поэтому... Здесь а даже. Согласен, что Усик был в этом году лучшим? Да, Усик, ну, как боксер, он, конечно, красавец, он молодец. Слава, смотри, вот твой бой с Папином, он на самом деле вот так в воздухе висел, но вот стердаун только сейчас. А для тебя стало это вообще сюрпризом, что вот могут организовать твой бой с Папином? Ну, в воздухе где висел, я не знаю. Я как пришел на турнир, да, позвали, хотел прийти бой посмотреть, а уже в ходе дела сказали, что... Хотим сделать бой с Папиным. Я, конечно, только за такие бои. И ждал исхода боя, пока закончит Папин бой. И, конечно, хороший бой, будет интересен, громкий бой. Почему бы нет? Как тебе, кстати, остановка? Потому что Белли был очень сильно не согласен с ним.
Ну, я считаю, можно было бы там, да, дать продолжить, отчитать, продать, продолжить, но мне кажется, многим и так был понятен исход этого боя, что, ну, не конкурентный бой, мне, ну, мое мнение, был не конкурентный бой, что хватит уже, может, уже наш бой будет, думаю, более конкурентным, и посмотрим, победит сильнейший, ринг покажет, на что способен. А когда ты готов провести бой с Папиным, сколько времени на подготовку? Ну, озвучили, что в марте следующего года будем проводить бой и будем готовы к этому времени. Это может быть самый серьезный соперник в твоей карьере? Может быть, может и нет, не знаю, посмотрим, какую подготовку он пройдет. Я думаю, бой в любом случае будет нелегкий. Я буду стараться и буду лучше в своей форме. Ты до боя с Папиным, если он состоится в марте, будешь драться? Как? До боя с Папиным, если он состоится в марте, будешь бои проводить? Да, да, у меня подряд есть бои и по кулачке, и по боксу в декабре, феврале. Я пока, да, я подерусь еще до Папина. Есть время достаточно, и буду готовиться, настраиваться. Вот если ты поймешь, что точно контракт подписан, все, то есть в феврале все равно будешь драться, даже несмотря на то, что бой может быть в марте? Ну, скорее всего, да, подерусь, потому что у меня тоже в феврале состоится громкий бой по кулачке на хардкоре, да, будет стадионный турнир. Ну, пока нету точных пониманий, ну, посмотрим, как тренер скажет, да, как будем чувствовать себя, в какой форме, и стоит нам драться в феврале, если бой будет в марте. Конечно, это надо рассматривать. Посмотрим, как тренер, как что скажет, так и сделает. Все, спасибо тебе.